На фрезерном станке в шарике были выфрезерованы 7 додекаэдров, то есть 12 гранников. Додекаэдры расположены друг в друге по принципу матрешки. Диаметр сферы, вписанной в самый маленький додекаэдр, равен 5 мм. Диаметр шарика 40 мм. Материал дюраль. Эта работа выполняется на фрезерном станке GMD-1. Была изготовлена вот такая приспособа, делительное устройство, в которое закрепляется шарик. И это устройство позволяет делить шар на 5 частей. Ну и фиксация, естественно. Шарик был выставлен с помощью центра и будет вестись обработка. Предварительно большой фрезой снимается верхняя часть шарика, чтобы уменьшить съем пальчиковой тонкой фрезой, уменьшить нагрузку на пальчиковую фрезу. Пальчиковой 4-миллиметровой фрезой делается первая пятиугольная выборка. Первая выборка готова, сейчас будет изготавливаться вторая выборка. Теперь идет фрезеровка сторон 5-гранника. Шарик поворачивается. И будет выполняться следующая сторона. Вторая пятигранная выборка выполнена. Остается еще выполнить 5 выборок пятигранной формы. Одна сторона шарика полностью выполнена. Все 7 пятигранных выборок сделаны. Одна половина шарика готова. На 5 сторонах сделано по 7 пятиугольных выборки. Осталось сделать вторую сторону шарика. Перед выполнением последней 12-й стороны шарика, шарик был залит парафином. Вот теперь 12-я сторона также выполнена. Теперь остается парафин выплавить, все зачистить и заполировать.